1989 жылы Литва, Латвия, Эстония елдері КСРО құрамынан шығып, тәуелсіз ел болу үшін адамдардан ұзындығы 670 шақырымдық сап құрап, 91 жылы тәуелсіз ел атанды. Бізбен бір кезеңде одақтың құрамынан шыққанымен сол кезден ақ бұл елдер саяси жүйесін дұрыс құрастыра біліп, парламенттік республика құрып, бізден әлде қайда осы білгірген. Мысалға не мұнайы, не ураны жоқ, Эстониядағы орташа жалақы мөлшері 900 мың теңге. Бұндай жетістіктерінің басты сыры – дұрыс құрастырылған саяси жүйе және белсенді азаматтық қоғам. Бұлар құрған парламенттік республиканы бізде құраламыз. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Алдағы жыл жемісті, жеңісті болсын. Алға Қазақстан! После Второй мировой войны германский народ был сломлен духом и экономически, и был разделен на два разных государства. Берлинская стена была сооружена за одну ночь. Казалось, все потеряно. Но по истечению 30 лет немцы нашли в себе силы снова объединиться. Берлинская стена пала. А после немецкий народ сделал грандиозное. Германия стала одной из самых развитых и влиятельных стран мира. Они смогли, и мы сможем. Герои рождаются в трудные времена. Каждый из вас герой. И объединившись, мы сможем это сделать. 30 лет. Позади 30 лет вранья, коррупции, репрессии народа и политические преследования. А теперь нас хотят обмануть неким новым Казахстаном. Говорят про слышащее государство, но не слышат. Режим Назарбаева-Токаева узурпировал власть и продолжает преступную политику. Но наша задача в 2023 году организованно и мирно свергнуть этот преступный режим. Кровавый январь 2022 года не забудем, не простим. Вечно синее небо над нашей Родиной засияет еще ярче. Алга, Казахстан! На протяжении 2,5 веков Соединенные Штаты развиваются в соответствии с принятой демократической конституцией, которая гарантирует неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и стремление к счастью. Система сдержек и противовесов не дает президенту узурпировать власть. Именно демократия, верховенство закона, неотъемлемые права и свободы человека привели к тому, что Соединенные Штаты стали одним из сильнейших государств. Сегодня я желаю Казахстану добиться настоящей независимости, перейдя от диктатуры к парламентской системе правления. Президент США Авраам Линкольн говорил: «Демократия – это правительство народа, избранное народом и для народа». Алга, Казахстан! Сіздің уақытыңыз аз. Өзгенің өміріне қарап жүріп, өз өміріңізді бос өткізбеңіз. Адам өмірінде маңызды екі нәрсе бар. Туған кезі және не үшін туғаны. Өміріңіздің соңында тек екі нәрсеге өтінесіз. Аз махаббат, аз саяхат. Сіздің жасыңыз тек санаңызда. Егер іс бастағыңыз келсе, сөзді қойып іске көшіңіз. Не істеу керектігін біле тұра істемеу қорқақтық. Ал қолдан келетін адам істейді. Келмейтіні тек ақыл үйретеді. Зерттеп, арманда жеңіске жетті. Алға Қазақстан! Уважаемые казахстанцы, все демократические страны мира основываются на четырех основных институтах власти. Это законодательная власть, исполнительная власть, независимая судебная система, независимая СМИ. Ну а источником всех этих ветвей власти является народ. Мы, казахстанцы, обязаны закончить то, что было начато нашими героями – желтосановцами в 1986 году, жанаузенцами в 2011 году и кантаровцами в уходящем кровавом 2022 году, чтобы покончить раз и навсегда с тиранией и построить по-настоящему независимую демократическую и парламентскую республику, где права и свободы человека будут превыше всего. С Новым годом вас, друзья! Алға Қазақстан! Құрметті достар, сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. 2023 жыл ұлтымыздың біріккен жылы болатынына мен сенемін. Келесі жыл бұдан да жаман болады деген биліктің сөзімен жаңа жылды қарсы алмамыз керек. Біздің халық жақсы өмір сүруі керек, және біз оны жасаймыз. Біз көппіз. Біз халық үшін ұлы елді тұрғыза аламыз. 2023 жыл біздің халықты жылы болатынына мен сенемін.
біз күшті және еркін халық бола аламыз. Күш қуаты мықты еркін елді тұрғыза аламыз. 2023 жаңа жыл халықтың жең жылы болсын. Қылмыскер режимді женген жыл болсын. Алға Қазақстан. Жаңа жыл құтты болсын. Уважаемые друзья, поздравляю вас с Новым годом. Я верю, что новый 2023 год должен стать годом объединения нашей нации. Мы не должны встречать Новый год, слушая от этого режима, что следующий год будет еще хуже. Наш народ может и должен жить хорошо. Нас много. И мы можем построить великую страну, страну для народа. И я верю, что 2023 год – год нашего народа. Мы можем стать сильной и свободной нацией и построить сильную и свободную страну. Пусть 2023 год станет годом победы. Победы над этим преступным режимом. Алга, Казахстан! С Новым годом!